Здравствуйте! На государственном телевидении Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире. В городе Халфете Западной Армении весна пришла раньше времени. В Арцахе возобновились поиски погибших и пропавших без вести военнослужащих. Министр иностранных дел Республики Армения Арай Вазян посетит Объединенные Арабские Эмираты. Телемост президентов России и Турции Владимира Путина и Реджеп Тайип Эрдогана. В селе Аговнок Ашатакского района ведется ремонт здания школы. В Матанадаране открываются курсы миниатюрной живописи. Книга об архитекторе геноцида Тайлят Паше переведена на турецкий язык. Интервью с Мари Барсаян Ханджан. В туристическом округе Халфети в провинции Урфа в Западной Армении некоторые деревья, обманутые теплым началом весны, уже зацвели. Состоящий в сети Тихий город с 2013 года Халфети известен как скрытый рай в регионе с его старыми каменными домами и природной красотой. Хотя город расположен посреди юго-восточной долины, благодаря озеру Бириджик он приобрел статус прибрежного. Если температура будет держаться выше нормы, цветущие деревья вскоре принесут свои плоды. В Арцахе возобновились поиски тел погибших военнослужащих и пропавших без вести. Как сообщает Армен Пресс, информацию опубликовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Арцахской республики. 10 марта поиски продолжаются в Мартуни, юго-восточная приграничная зона, находящаяся под контролем Азербайджана, и в Вородинском районе, сообщает служба. Всего в ходе обыска после прекращения огня было найдено 1490 тел, из которых 15, по предварительным данным, мирные жители, остальные участники боевых действий. В связи с неблагоприятными погодными условиями и сильным снегопадом в Арцахе, с 8 по 9 марта поиск тел погибших и пропавших без вести военнослужащих был временно приостановлен. Министр иностранных дел Республики Армения Арай Вазян посетит Объединенные Арабские Эмираты. По сообщению Министерства иностранных дел Республики Армения, переговоры министров иностранных дел Арай Вазяна и Абдуллы бен Заид Аль-Нахаяна состоятся 11 марта. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган сегодня приняли участие в церемонии открытия третьего блока АЭС Акую при помощи телемоста. Акую – атомная электростанция, которую Росатом строит в провинции Киликии в Мерсине на берегу Средиземного моря. На АЭС должно быть 4 энергоблока. Она должна стать первой атомной электростанцией в Турции. АЭС почти полностью российский проект. Вчера вечером Москва официально заявила, что удовлетворена приговором по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова. Высший уголовный суд Анкары приговорил 5 человек к пожизненному заключению за убийство посла Карлова. Добавим, что сегодня в Дохе состоится встреча глав МИД России и Турции. Подробностей в повестке встречи пока нет. Однако можно ожидать, что стороны рассмотрят вопрос Арцаха, конкретнее трехстороннее соглашение, подписанное в ночь на 10 ноября. Возобновился ремонт здания школы имени Гарегина Нажда в селе Аховнок Ашатакского района, где также строится детский сад. Об этом в беседе с Армен Пресс сообщил директор школы Похос Агабекян. Ремонт недостроенного школьного здания в Аховно остался незавершенным по причинам войны. Прошло около недели с тех пор, как ремонтные работы были возобновлены с помощью армянских благотворителей. Помимо ванных, классных и других комнат, на территории школы будет еще построен детский сад для 30 детей. Население продолжает возвращаться. Сейчас у нас в селе 17 дошкольников, в школе учатся 34 ученика. 11 детей глава Агано Андрианик Чаушан лично каждый день привозят из Бердзора в нашу школу. 90% наших учителей тоже вернулись, рассказал Погосян. Касаясь вопроса обеспечения безопасности, директор школы Агавно в первую очередь упомянул, что только путем благоустройства села его можно сохранить армянским. Они продолжают решать проблему безопасности за счет самоорганизации. В Матанадаране Фонд сохранения и развития армянской культуры «Маштоц» организует курсы миниатюрной живописи для взрослых старше 18 лет, которые любят рисовать и интересуются армянской миниатюрой. Курс будет включать в себя 6 уроков в месяц и одно теоретическое занятие – экскурсию по Матанадарану, во время которой участники познакомятся с основами миниатюрной живописи. Курс будет вести художница-миниатюрист Лилит Вартумян. За подробностями звоните плюс 374-10-513049 или отправляйте заявки на адрес электронной почты maštocfoundation@gmail.com. На турецкий язык переведена книга профессора Ханса Лукаса Кайзера, эксперта по поздней османской и турецкой истории в Тюрихском университете. Тайлят Паша, отец современной Турции, архитектор геноцида, сообщает портал Ermeni Haber. Скандал в турецких СМИ спровоцировало два обстоятельства. Первое – это фраза «архитектор геноцида» в названии книги. Второе – перевод с английского на турецкий фразы «отец современной Турции» как «мозг Итихада» турецким независимым издательством «Илетишим Яльнаре». Версия книги под названием «Тайлят Паша. Мозг Итихада. Архитектор геноцида» была охарактеризована турками как пропаганда обвинений в так называемом геноциде.
В эфире телеканала «Западная Армения» Мали Барсаген Ханджан представила роль и значение государства в жизни народа, подробно остановившись на таких важных эпизодах истории, которые сыграли большую роль в формировании государственного мышления. Интеллектуалы, политики и государственные деятели, составляющие ядро государства, были обязаны внедрить в умы масс чувство необходимости государственности, чего, к сожалению, не произошло. А чтобы у народа появился такой менталитет, нужно начать любить свою родину. И каждый человек должен начать со своего дома и своей семьи. Для этого есть нераздельная формула: любой человек укрепляет свой дом, а любой народ должен укреплять свою страну. За нас никто этого не сделает, заключил публицист. Далее для вас ансамбль Сасун Хамшани Маны. Полная версия видео доступна на официальном сайте телеканала «Западная Армения» и также на нашем YouTube-канале. А на сегодня все. Желаем вам всего хорошего.